Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Заберем наградочку нашу. Так, дальше у нас сделку. Быстренько с тобой проведем ее. Так, общая слабость на еду. Что-то как-то маловато предлагают, это я тоже не буду делать. Тоже воздержусь. Баксы, нет уж, спасибо большое. Не хочу. Так, подожди-ка, что у нас тут? Очки доверия, чтобы купить 5 карточек гейзера. Вы смеетесь, что ли, надо мной? Ну, давай, наверное, ДНК переведем в доллары. Все, одну сделку мы сделали. Забираем тут награду. Так, использовали 3 ускорения, собрать 3 мода и потратить еду. Ну, еду, мне кажется, потратить нам будет проще всего, потому что у нас есть некоторые... динозавры, например, как вот ихтиостега, который с удовольствием прокачается, но не завершили. Кстати, подожди-ка, давай-ка мы посмотрим, что у нас тут. Шунозаврик сделался. Окей. Так, мы, наверное, тоже прокачаем до 10 уровня. Ну, как ты видишь, успели мы свой сделать. Так, это кто у нас там? Карнораптор? Нет уж. Ой, ну разберись, пожалуйста. Так, здесь заберем награду. И дальше продолжаем. Так, у нас тут еще... О, птеранодон. Ну, с ним все ясно. Птеранодон решил... Зачем ему спешить? Он не спеша, а потихонечку. Так, здесь у нас... готов. Ну, это, ребята... Прогнатодон. Это специально, чтобы потом можно было скрещивать и делать еще одних плавающих динозавров. Так, и псифодерма. Наша черепаха. Ну что, давайте посмотрим, что у нас на событиях. Чудовище глубин, денежная борьба и, в принципе, все. Ну что же, чудовище глубин. Стиксозавр, Лицихтис, Плезиозавр. 21, 22, 26 уровень. Здесь, значит, будет следующий у нас. Я беру ромлеозавра, сразу же против 2. Не знаю, потянем, потянем. А против Лицтихтиса мы с тобой возьмем нашего плезиозавра. Ну и на всякий случай перестраховку мы сделаем в виде... Давай-ка мы так вот сделаем. Хоп. И хоп. Поехали. Я думаю, что здесь будет победушка за нами. У него 115 к атаке, но ты не забывай, что у нас хп здесь вообще ничтожно мало. Поэтому я начну с бонусных очков. Так, музыка куда-то исчезла, как всегда. Так, он меняет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты серьезно? Вот так вот, друзья мои. Раз, два, три. В топку тебе. На, чтобы не мешался здесь. Ого, стиксозавр. Неужели он сделает две... Нет, он делает одну. Ну, у нас есть с тобой ромалиозавр, который как раз против этих плавунцов имеет офигенное преимущество. Верно? Верно. Пробить? Пробить у нас замучится. Пробивать у нас почти 1500 хп, а как ты видишь, у него 115 к атаке. Ну давай посмотрим, мне очень интересно глянуть, что он будет здесь делать. Да, конечно, ага, держи карман шире. А значит, нам нужно по нему провести 2 атаки. Раз, два, три, потому что 100% он взял себе еще дополнительную защиту. Давай проверим, да. Ну что, мы его топим. И выползает у нас последний, это плезиозавр. Ну, ребят, я думаю, что тут тоже всем все прекрасно ясно. Он сливает все свои очки именно по атаке. И сейчас мы его уничтожаем. Как раз у нас все для этого есть. Очень много получит он урона. Почти, ребята, 5200. Ну что, первый поединок за нами. Я нас всех с этим поздравляю. Ромалиозавр нас не подвел. За что ему респект и уважуха. А мы с тобой переходим на следующий поединок, на второй. Опять же, плезиозавр, леоплевродон, даже 2.
Слушай, и они все, ребят, вот таких вот, короче, коралловые, да, получается. Против коралловых у нас гигантский артакон и артакантус. Я возьму, наверное, артакантуса, плюс можно, в принципе, взять даже зуходуса и банану гномиса. Но зачем нам всех тратить? Я не вижу смысла. Вот возьмем с тобой Лицитиса и все. Погнали. Я думаю, что здесь мы также все очень быстро и аккуратно с тобой сделаем. Провернем, так сказать, это дело. Надо было мне Лицитиса брать первым, потому что мне надо было кого-то пустить на мясо и за счет этого мяса нарастить себе бонусных очков. А так вот зазря, конечно, я получил сейчас. Ну что же, раз, два, этого ему за глаза и за уши. И плюс дополнительные очки возьмем. Так, смотрим внимательно. Леоплеврадон. У него 172 к атаке. Он все сливает. Я не знаю, на что он тут рассчитывает. Вот серьезно тебе говорю, я не понимаю. Но по шиям он будет получать знатно. Ах ты, надо будет еще. Ну что, погнали. Сейчас он получит по шиячину. Ну и такой же выходит, только уже 24 уровня. Там был 30, а это 24. То есть он потерял, грубо говоря, где-то 25 к атаке. И ничего он не стал делать. Дело твое, парень, но все равно тебе крышка. Он думал, что она сидится. Он думал, что я, наверное, буду ставить защиту и там подобное. Нет, конечно же нет. Зачем мне отсиживаться, когда у меня очень много очков? Очков действий, я их, естественно, потратил все. Ну что, дальше идем. Ох ты, Леосихтодон, Мегалодон и Псифодерма. Ну, здесь, я думаю, возьмем, наверное, гигантского арта... Подожди, зачем? Здесь мы сделаем Тилозавра. Вот что я тебе скажу. Тут мы возьмем с тобой Генодуса. А против Псифодермы мы вот как раз-то можем взять с тобой гигантского Артакона. Тут, ребята, чисто бизоны против них выступают. Я даже не буду ничего тут мешкать. Сразу же пошиячину ему дам. Бумс, хвост у него такой интересный. Он больше напоминает мне даже... Не какую-то там... Он похож на рептилию, ребят. На тритона. Наверное, я думаю, знают многие, кто такой тритон. Вот он мне напоминает именно тритона. Так, ну что? Давай возьмем бонус. Ать! Псифодермочка-то оплошала. Не, она сейчас, конечно, поменяется. Мегалодон. Ого, вышел. Он меня хочет мегалодоном, что ли, напугать? Я не пойму. У меня есть Генодус. Такая черепаха интересная. Раз, два. Вот так я сделаю. Опа-на, смотри-ка. Взял защиту. Хорошо. Меняется. Лесихтодон. Это Лицихтис, да? Смесь с чем-то, с кем-то. Ну что, давай, родной, выходи. Раз, два, три. И бонус. Ах ты, жук. Значит, ты псифодермочке передал, да? Все свои очки действий дополнительные. Ладно. Псифодерма, 5. Ну, понятно, тилозавру нашему не жить. Но также не жить и псифодерме. Так, одну очку действия он припрятал, я не знаю куда. Поэтому нам придется сделать вот так. Ага. Он что, думает, что его мегалодон спасет? Я тебя умоляю. Так, 5 очков действий. Ну-ка. И он все сливает. Все, Генодус, давай, выходи. Ой, Генодус, сейчас он его просто на лоскутки порвет. Такая интересная черепаха. И вот как она, интересно, может победить мегалодона? Вот объясни мне, черепаха победить мегалодона? Ну, если только своим панцирем в нос ему зарядить. Ну, он на утконоса похож очень сильно, да? По мордочке. Ну что, ребята, мы прошли с вами это событие. У нас тут колесо призов. И выпадает нам... Я уж подумал сейчас Эндрю Сарх, но нет.
Ну что, у нас там еще, по-моему, какое-то событие. Оп, она открывается. Друзья мои, денежная борьба. Сколько тут у нас и какие? Можно было бы, кстати, сейчас и зарубиться. А вот тут... Ух ты, давай вот это вот попробуем пройти. Без ограничений. Да ладно, чисто... Чисто водные, ребят. Блин. Ну, я даже не знаю. Ну, вот если смотри, сколько он стоит? 94. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, не получится. К сожалению. Хотелось бы, но не получится. Так, ладно, давай тогда посмотрим, что у нас там по ежедневкам идет. Откройте наборы карточек, используйте ускорение. Ну, ускорение это мы сейчас быстренько с тобой сделаем. Вывести. Забрать. Так, а мы сразу же и продаем, да, я так понимаю, точно. Вывести. Грубо говоря, тратим деньги. Продаем. Что там такое? Продолжаем. Последнее. Так, и продаем. Все, это задание выполнили. Забираем награду. Откройте набор карточек. Три мода. Блин, вот тебе надо моды искать. Так, будем искать за деньги. Поехали. Так, Блю, давай что-нибудь хорошее. Будь добр. Дай мне, пожалуйста, пак. Нет, не дает он мне никакого пака. Сказал, что ты обойдешься обычным модом, который тебе вообще даже не нужен. И здесь закалка. Увеличит УЗ на 20%. Все, это задание мы тоже выполнили. Забираем награду. Так, ну и остается у нас ПВП. ПВП, значит, Канезу из КР. Поехали. Раз. Двас. Трис. Блин, я бы, конечно, хотел бы ПВП попробовать, ребят. Но там мало того, что все доллары скинем, 100% нам не хватит мощей пробить. Так, гигантский олень. Архиофицион. Ну тут да. Тут, по-моему, шансов нет у меня вообще, ребят. Вообще нету шансов. Да. Кто у нас против них? Вот этот хорош, да? Я думаю, тут, наверное, вначале придется вот так вот брать мамонта. Посмотрим. Он будет две атаки наносить или нет? Он меняет. Берет архиофицион. Ты смотри, что вытворяет, а? Так, сколько ты у нас наносишь? Ага. Раз, два. 6 хп оставить, да как так можно-то? Твою дивизию. Ну, нас тут запинает, по ходу дела, да? Да, друзья мои, тут нас запинает, тут еще и сумчатый лев. Шансов на победу вообще мизер. Нет. Ну, потому что вот олень. Он все тут нам подпортил. 35 уровня. Чуть ли не топовый 40 левел. Тем более это легенда. Сам должен понимать, что с ними просто нам не сравнится. Раз, два. Раз, два. Да, и тут еще и гибрид.
Ну, этот гибрид, ладно, у него там 6 хп, это ерунда. Но вот это вот, что сейчас будет, ребят, это называется уничтожение моих животных. Все. Без вариантов, как говорится. Ладно, простите меня, ребятушки. Не хотел я вас подводить, но, видишь, сделать ничего не мог. И рад бы вроде бы, и ничего не сделаешь. Так, давай мы с тобой сделаем. Подожди-ка, лучше мы, наверное, не так. А, вот. Нет, даже не так. Вот так. Вот. Вот здесь я повеселюсь, наверное. Возьмем с тобой Эдиоморфодона, возьмем у Архозавра и Таниколагриуса. Ну, а почему бы и нет? Веселиться так веселиться, да? Ну, и кого-то там против нас. Упс. Астапозавра, в принципе, мы Эдиоморфодоном сразу... Нет, не сразу. Ну, хорошо, мы его сейчас покромсаем. А тут у него Гибритус, да? Че, он будет на Гибритуса меняться? Но это будет глупо, мне кажется. Все вообще глупо. Мы его разнесем в пух и прах. Ой-ой-ой, напугал меня, господи. А это, оказывается, тоже, друзья мои, рептилия. Ну, только хищная. То есть, типа, это ящер какого-то, да? Такс. Не знаю, что он там задумал. Но он что-то задумал неладное. Эдиоморфодона мне бы надо бы, как бы, ребят, приберечь. Вот что творит. Раз, два, три, четыре. Твою налево, зачем я так сделал? Если сейчас ушатают. А, наверное, ушатают. Ладно, у нас есть с тобой еще апатозавр. У нас есть... А, какой апатозавр? У эрхозавр, что это я? Раз, два. Раз, раз. На-ка тебе. Получи-ка, выкуси. Их тестега 480 к атаке. Слушай, ну не слабо. Все, ему крышка. Ему крышка. Он раскрылся. Мы его должны пробить. Да, нам 4 атаки за глаза. Красиво. Молодец, Орхозавр. Не подвел. А он с виду такой маленький, безобидненький, да? А по итогу вон какой мощнявый. Так, ребят, 3000, ну, с половиной, грубо говоря, мы получили еды. Опять же, на рулетке вылетело. Я уже не удивлен. И давно перестал этому удивляться. Так, но нам нужно еще принять один PvP-поединок. Я думаю, что, наверное, мы дальше продолжим здесь же. Поехали, возьмем Анкилодога, Раджастегу и Топилозавра. Вот у нас будет с собой 3 гибрида. И посмотрим, кого тут против нас хотят выставить. Твою налево, Индоминус. Вот теперь я пожалел, что у меня нет рептилии. И он еще и первым ходит, да? Я даже не знаю, ребят. Что тут можно сделать? Как можно его победить? Этого Индоминуса, а? Кто-то мне, кстати, говорил: Рэй, ты неправильно ставишь ударение. Индоминус? Индоминус? Так что ли? Все-таки пошиячину мне дал, да? Ну что, в ответку мы дадим? Тоже пошиячин. Так.
он сейчас нас ушатает, скорее всего. Сколько ему нужно сделать? Две атаки, да, получается? Угу. И он их делает. Понимаешь, он их делает, эти две атаки. Раз, два, три. Вырубаем. Ё-моё, этот еще больше наносит. 884. Прощай, мой бедный анкилодок. Тебе сейчас с двух плюшек вырубят. Ты представляешь, с двух. Да, это никуда не годится. Раз, два, раз, два. Блин, это сейчас у него 5 к атаке будет. Мне не выстоять, ребят. 3 атаки не выстоять. А ведь он будет атаковать. Да. Тут даже ему достаточно было 2 атаки сделать, чтобы меня вырубить. Грустно как-то это все. Но, ребят, мне надо было сыграть 3 ПВП сражения. А вот где карточки брать? Где карточки брать, а? Нет, ну если, конечно, идти вот сюда, ладно, пойдем. Ой, нам делать уже, как говорится, нечего. Так, берем Подожди, нет, не кранозавра. Зачем мы будем брать кранозавра, когда у нас есть что-нибудь там попроще? Ну, например, Подожди. Леоплевродон, мы же можем тебя прокачать. Где бы его тут еще найти? Вот он, да? А ну-ка давай. Вот, 10 уровень. 10 уровень. Так. Погнали. Где он у нас находится? А, вот он будет первым. Здесь мы возьмем с тобой Генерию, я думаю, что она выдержит. И Прогнатодон. Против Прогнатодона мы возьмем Ракушечника. В принципе, у нас есть один. Ну, давай вот так вот. На всякий случай, ребята, просто перестраховка будет на Псифодерме. Ну что, давай попробуем. Что у нас из этого выйдет вообще? Бомбану, наверное, сразу. Вот так вот. Меняется, да? Кранозавра берет. Кто у нас против кранозавра хорош? По-моему, Генерия, да? Если не ошибаюсь. Так, Генерия. Берем. И, наверное, вырубаем. С полтыка. Тыч. Так, дальше у нас идет Эласмозавр. Ну, тут он меня, конечно, вырубит. Ну, а дальше все как и должно быть. Два коралловых против, не знаю, волнорезов. Раз, два, бонус. Опа. Так, а у нас здесь... О, вообще 98 к атаке. Слушай, а он же может сейчас вырубить нас. Но он решил вот так вот сделать. Не знаю зачем. Наверное, просто захотел мне проиграть. Все. Ну что я тебе скажу. Первый бой вроде бы как неплохо. Все у нас получилось. Но там еще 4 впереди. Давай смотреть. Ризот, гелик, каприо. Кстати, у нас же тоже где-то был ризот. Я помню, мы же его получали. Вот он, опять же не прокачанный. Да что ж ты будешь делать-то? Давай вернемся, Ризода надо тоже прокачать. И этого можно, блин, прокачать, прикинь. Эть, эть.
Но нам нужен ризот. Так, ризотик прокачался чуть-чуть. Ну, остальные вроде бы как все. Все там у них все четенько. Так, ну что, продолжаем битву. Значит, первым идет ризот. Против него мы возьмем. А кто у нас тут такой есть? Вот, Геликапри. Да, Геликапри. А он не особо силен будет здесь. Слушай, а тогда давай, наверное, сделаем вот так. 45, я могу себе позволить. Так, против Геликапри мы возьмем. Кстати, лосмозавр у нас здесь есть 11 уровня. Против Геликапри мы возьмем. Ракушечника нужно взять. Ну что, Архилона что ли брать? Но мне не хочется его, блин, тратить здесь, а придется. Давай, наверное, вот так вот кранозавра возьму. Кранозавра и... А здесь можно будет, наверное, взять аммонит. Вот так. Аммонита, кстати, тоже нужно прокачивать. У нас их две штуки по 10 уровню. Так, ну, с вашего позволения, сразу начну с атаки. Угу, хорошо ему сейчас было. Приятно, так сказать, получил он. Ну, вряд ли он будет. Чего? Проверочка. Ах ты. Мне кажется, вот, мне кажется, если бы я взял бы, например, две к атаке, он бы сразу бы стал бы атаковать. Так, он уже понял, да, что я шучить не намерен. Так, берет Гауфиозавра. Так, Гауфиозавра он взял. Что мы будем делать? Аммонит просится в бой. Давай вот так вот сделаем. Да чтоб тебе. Ну давай, кранозавра. Раз, два, три. Раз, два. Готов. Одного подбили. Ну, тут, конечно, кранозавр мой сейчас получит по первое число. По первое число он получил. Ну что? Подожди, у нас классовая. О-хо-хо-хо-хо. Придется вот так вот делать. Раз, два, три, четыре, пять. И бонус. Вырубаем Гафиозавра. И ризот. 143 к атаке. То есть ему достаточно будет. Ну да, 4 будет за глаза. Ну что же, а мы его, я так понимаю, сейчас будем добивать. Плезиозавром этим нашим. Поехали. И должно быть все красиво. Второй поединок на изи. Ну, опять же, аккуратность, ребят, аккуратность и все. Так, следующего выбираем. Это... Ёк-макарёк, ты посмотри, что у них тут. Майозавр. Ну, здесь я, например, возьму Архилона. Анхапристис. Ну тут тоже будет, например, Архилон. А вот против Псифодер мы, наверное, возьмем Банана Гномиуса. Хотя опасно все это, ребята, очень опасно. Ракушечника вообще ни одного нету. Есть только Тринок Намером. Что он там сделает? Извини меня, у него 199 хп. Уйдет вот 346 к атаке. Геликуприну? Нет. Тоже не вариант. Ну, в принципе, Архилон должен справиться, ребят. По логике вещей он должен справиться, да? Сам себя успокаиваю. Ладно, возьмем с тобой
Зуходуса. Чисто для подстраховки, друзья. Хотя, наверное, не надо было брать. Так бы справились с Ладой. Что сделано, то сделано. Сразу с атаки. Без промедлений. Меняет. Берет псифодерму. Я не знаю, зачем он это делает. Возьмем вот так вот. Сейчас ему придется все равно меняться. Ахна Пристис. Ну, давай я возьму Архилона. Так уж и быть. Раз, два. Так. Ты посмотри, какой у него этот клюв. Офигеть, ребят. Опять он взял свою псифодерму. Ну, ты понимаешь, да? Псифодерма меня уже достала. Можно, в принципе, ее отсюда убирать. Раз, два, три. Раз, два. Ну, в топку ее, понятное дело. Так, выползает Анхапристис. 195 к атаке, 4 очка действия. Естественно, он все на слив пускает. И вот здесь нам как раз пригодится наш Архилон. Архилон уже тут шутить не будет с ними. Раз, два, три, четыре. Поехали. Этого потопили. У этого остается всего лишь 124 хп. Не добил, друзья, не добил он нас. Все. Это фиаско, брат. Это фиаско. Немножко ты не подрасчитал свои силы. Ну хорошо, это у нас был, получается, второй поединок. Впереди еще, ё-моё. Кем играть? А, нет, ребят, вру. Предпоследний. Кранозавр плюс кранозавр. Так, ну вот здесь вот я тебе скажу следующее. Здесь достаточно взять вот этого нашего малыша. Да? Гигантского артакона. А вот... А, ты смотри, плезиозавр специально под этого идет. Ну, здесь тогда нам надо будет взять и откатить нашего ромалиозавра. Все, ребят, больше ничего пока не будем делать, потому что у нас еще будет один поединок. Вот, и как бы... Нам нужно хотя бы немножко долларов оставить именно для следующего поединка. Здесь, конечно же, не хотелось бы, ребята, фейлиться. Хоть у нас Аммонита имеет классовое преимущество, но именно не хватает ему уровня, ты сам видишь. А он берет плезиозавра. Представляешь? И уничтожает сразу же. Да ладно. Ха, он не смог уничтожить. Я его пускаю на мясо. Ребят, я пускаю на мясо нашего Аммонита. Все, а вот теперь пошли в разнос. Значит, плезиозавр. Одну очку действия он сохранил. Или даже два, одну, по-моему. Раз, два, три. Раз, два, раз. Все. Корми рыбок. Выходит кранозавр. Их две штуки здесь, и один 30 уровня, другой 23. То есть вот этот как бы самый такой из шайки-лейки опасный, да? Ну что же, здесь есть у нас такой вот парень, звать его Артакон. Ты понимаешь? И что бы он там сейчас не делал, и как бы он там не делал, ему в любом случае крышка. Его 532 хп против моих 1000 атаки его не спасут. Ты понимаешь, да, о чем я? И его атака 238 меня не уничтожит. Хоть он тут все пускай сливает, не пробьет. Поэтому, ребята, добиваем. И нам нужно сделать всего лишь один бой. И, кстати, я надеюсь, что когда мы его пройдем, мы с тобой получим нужное количество очков доверия, чтобы открыть нам чистое золото. Нам не хватает всего лишь
ну, так скажем, навскидочку 600 очков доверий. Ну что, последний бой, давай смотри. Ох ты, ё-моё, а я ведь думал, ребята, что здесь будет не все так чисто. Значит, здесь нам понадобится вот этот вот. Как же он дешево стоит, мне нравится, ребят. Всего лишь 35 долларов, несмотря на то, что... Ой, 35 долларов. Ну да, 35 долларов, несмотря на то, что он такой вот массивный. А вот, а дальше-то что? А дальше-то кого брать? Эй, он один не справится со всеми. 27 бакинских. Так, у нас есть право... Как он называется? Право на обмен. Рыночные отношения, пожалуйста. Доллар есть? Так, мы можем здесь, наверное, да? Здание. Да ну, это здание дешево будет стоить. Моды, монеты. Монеты. На что нам? На баксы. А на баксы нельзя поменять. Блин, там чуть-чуть буквально нам надо-то. А все, я... Нет, не все, ребят, подожди. Да почему на баксы-то не могу я поменять? Я не понимаю. Очки доверия... Блин, очки доверия на баксы. Ну, придется вот так вот делать, ребят. Ну, а что? Другого варианта я не вижу. ДНК. Почему на баксы нельзя? Не понимаю. Скелет спинозавров. Да не хочу я вот это вот вашего скелета спинозавров или еще там что-нибудь. Ну, например, диплодок. Где он там у нас? Или давай кого-нибудь еще покруче возьмем. Ну, вот, например. Это все? Вот здесь можно на баксы. 70, обмениваем. Обмениваем нундазуха. Также, наверное, анкилозавра мы обменяем. О! 100 баксов. Прикинь, ребят, на что приходится идти, только чтобы выиграть в PvP, в VIP. Поехали. Теперь мне хватит. Берем с собой этого и дальше нам вот этого надо взять. Плезиозавра 48. Так... И Артракон возьмем, наверное, да? Поехали. Ох, битвочка, а? Друзья мои. Ну, я, наверное, сразу бомбану тогда уж. Чё там? Выжидать у моря погоды. Блин, у него 1216 хп. Мне вот это не нравится. Псифодерма, да, по-моему? Давай так сделаем. Повезло. Может быть, мне взять вот так вот лучше? Нет, ладно, пускай. Сколько Артакон? 675 бьет. Тын-тын-тын-тын. Ладно, я иду на слив. Вот так вот. В принципе, ему крышечка, да, отлично. Лид Сихтис выползает. У него 193 к атаке. Но тут он меня ушатает, конечно. Он все сливает зря. Очень-очень даже зря. Потому что у нас легенда выползает. Как видишь, 851 к атаке. Раз, два. Раз, два, три. Естественно, к одну его. И вот этот, по-моему, псифодерма. А, декодерма. Блин, да.
Ты смотри, он ничего не стал делать. Все, тогда до свидания. Тритоша такой. О, хвостом, хвостом загребает. На. А вот, ребята, и победа. Так, нам еще сейчас дадут легенду какую-нибудь. Поехали. Унайзавр. Ну что это, ребята? О, да. О, да, ребята. 1300. Как тебе такой расклад? Ты доволен? Я лично доволен, как удав. Так, 40 долларов. И еда. Еще и тут 130. Ну, 260 очков доверий. Ну что, пора открывать чистое золото. Да что тут у нас опять-то? Так, чистое золото. Давайте только что-нибудь нормальное, а? Птеродактиль. Ух. Ребята, думаю, ни для кого не секрет, кто такой птеродактиль. Это гроза небес. Почему? Потому что это самая мощная единица сейчас вообще у меня из всех динозавров. Это птерозаврик такой, который шутить не любит. И это правильно, что он шутить не любит. Где же ты у меня? Давай быстрее, мы тебя будем выводить. У нас уже, правда, есть один гибрид. Ну, не гибрид, а скрещенный, да? Мы его скрестили с тобой до 20 уровня. Где-то он вот в этих краях у нас должен обитать. Ну, у нас также получится, да? Как вот здесь. Эдиоморфодон 20 и 10. И также получится птеродактиль 20 и 10. Я ведь ничего не путаю, ведь точно у нас. Так, птерозавры. Ну да, вот он. Вот он, ребят, птеродактиль. Собственные, так сказать, персоны. Так что теперь эти амфибии, или как там звать, рептилии, они будут просто пищать под гнетом, так сказать, моих птерозавров. Ну что, друзья, а на этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!